Да главное, чтобы зарплату не кинули. Да похуй мне на эту зарплату, мне похуй, мне надо, чтобы ты дома был. Ну, я тоже дома хочу, но уже никак. Вчера пацаны, которые от Кагники были, их всех вернули назад. Один только до Талова пошел дальше, но где он теперь? А так всех пацанов вернули. По предсказаниям Ванги, это все до 24 года будет длиться. А я вчера думал, пиздец, что я тебя не увижу, блядь, два года или что? Не могу я, блядь. Да не ной, блядь, не ной. Ну не могу, я не спать, я не могу. Ну ты бы видел, что происходит в интернете. Это вообще это ничтожество, они мужики. Это ничтожество. Трусы просто, блядь. Прячутся они. Бабы за них решают. Женщины разводятся с мужьями, лишают себя прав, блядь, потому что мужика не заберут, если он единственный. Ты представляешь, что делают люди, ищут лазейки какие? Вчера уже подписывали бумаги. Какие? Опять подписи, то, что мы ознакомлены, то, что мы понимаем, то, что все произойдет. Не знаю, особенно не читал просто. Все подписи ходят просто. Все, там их захуярил.